В рамках рабочего визита структурное подразделение Казанского федерального университета посетил статс-секретарь заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Подробности в сюжете. На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, учеников лицея имени Лобачевского ждал необычный сюрприз. С началом нового учебного года их поздравили заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Дорогие 11-классники, поздравляю вас с началом последнего года беззаботного отрочества в России. Конечно, вы все проведете этот год подготовки к поступлению в высшее учебное заведение, но все-таки это последний год детства. Наслаждайтесь этим моментом, помните, что все самое главное, все замечательное у вас впереди. Успехов вам, побед и ярких свершений. Практически 100% выпускников нашего лицея стали студентами высших учебных заведений Российской Федерации. И какой бы вуз я ни приезжал, я вижу везде наших бывших лицеистов. Поэтому я хочу пожелать вам успехов, удачи по жизни. И надеюсь, что в полном составе здесь же мы будем вручать вам аттестаты об окончании лицея Казанского федерального университета. Далее Петр Кучеренко вместе с ректором КФУ и президентом Республики Татарстан приняли участие в открытии нового детского сада. Создание на базе Казанского федерального университета дошкольного учреждения для детей с расстройством аутистического спектра «Мы вместе» было инициировано ректором Ильшатом Гафуровым в 2017 году и поддержано руководством Татарстана. Тот стандарт работы с детьми, который сегодня есть, он совсем не подходит, здесь немножко другому. Ну и вам, родителям, терпение. Это ваш ребенок, какой бы ни был, он ваш ребенок. И надо его подготовить в жизни, чтобы он был не оторван, социализация. Заместителю министра науки и высшего образования России были продемонстрированы и другие объекты Казанского федерального университета. Центр ЕДУТЭК в Институте международных отношений, Центр цифровых трансформаций, расположенный в Институте управления экономики и финансов. Визит Петра Кучеренко завершился встречей с ректорами вузов и руководителями научных организаций Республики Татарстан. Ариадна Кугушева, Елизавета Никитина, Андрей Багаудинов, Универньюз.